Утверждение регламента работы эвакуационных служб не поставило точку в многочисленных скандалах. Конфликты с автомобилистами продолжаются. На этот раз камень преткновения – отмененный тариф за перемещение авто на спецстоянку. Попытку бесплатно забрать транспортное средство предприняла воронежская автоледи, заручившись поддержкой активистов из организации «Дорожный контроль». О том, как общественники отстаивали свою позицию – наш репортаж. Автомобиль Миры Манаевы забрали на штрафстоянку 30 июля за парковку под запрещающим знаком. С нарушением она согласна, а вот с тем, что происходило дальше, нет. Сначала, по ее мнению, порядок эвакуации нарушил сотрудник ГИБДД. Я не заметила знака. Ладно, пропустили. А тут еще инспектор эвакуировал при мне, что по закону не положено. Он не дал возможность сходить за ключами. Если бы я ушла с места, да, эвакуации, он бы сказал, вас здесь вообще не было. Машину увезли. Автовладелица уверена, железного коня ей должны были вернуть на месте. Следующим нарушением своих прав она посчитала выставленный счет за эвакуацию. С 22 июля тариф на перемещение автомобилей на спецстоянку признан недействительным. Женщину поддержали и общественники. Тариф, во-первых, он завышенный. Его отменили и в целом, то есть сейчас не имеют права предприниматели взимать с людей деньги именно за саму эвакуацию, пока уполномоченный орган не установит новый тариф. Свой визит на спецстоянку и общение с администрацией активисты и автовладельцы начали не с перечисления законных аргументов в свою пользу, а с импровизированного митинга. Устроили тройное ДТП перед въездом, практически полностью перекрыв проезд для эвакуаторов. Правда, происходящее почему-то объяснили вовсе не демонстрацией протеста. Как-то, наверное, неопытный я водитель, наверное, все-таки еще ехал, не справился с управлением, совершил наезд вот на автомобиль «Шкода». Вот, и тут я как раз почувствовал, мне еще сзади кто-то приехал. Может, покрытие плохой, песок, наверное, из-за этого так, наверное, случилось. В конечном итоге администрация штрафстоянки пошла навстречу автовладельцам. Машины согласились вернуть без взимания платы за работу эвакуатора. В счете предложили оставить только хранение авто на своей территории. Автоледи таким финалом остались недовольны и теперь намерены добиваться отмены и этой строчки в квитанции.